В этом году книжной ярмарки «Умная книга» не будет. Как пояснили нам организаторы полюбившегося ивановцам мероприятия, издательство, которое планировалось пригласить, заявили очень высокие цены на книжные новинки. По словам директора Департамента культуры и туризма Ивановской области Натальи Трофимовой, проводить мероприятие только для галочки не стали. «Умная книга» задумывалась для того, чтобы у горожан появилась возможность приобрести в канун Нового года и Рождества недорогую, но качественную литературу. Не в пользу «Умной книги» сыграло и то, что сорвались намеченные творческие встречи, которые планировалось провести в дни книжной ярмарки. Нас всегда поддерживала библиотека иностранной литературы и Всероссийская детская библиотека. И вот в этом году мы просто консультировались с ними, они просили в связи с тем, что, конечно, это не только ярмарка «Умная книга», это еще и творческие встречи с писателями. Поэтому по их просьбе мы перенесли эту ярмарку на следующий год, чтобы она действительно была яркой и насыщенной, это чтобы были какие-то новые проекты.